Всем привет, мои друзья. Вот такое утро. 1 июля. Ночью было к утру у нас 0 градусов. Это Южный Урал. Такая погода у нас стоит экстремальная. Хочу вам показать наш поселок. Туман был. Вот я приехал, хотел снять туманчик. Но получается вот так вот. Туманчик рассеялся. Смотрите, какая у нас красота. Наш Цирлянский пруд. Вот вдали гора Судовая. Сейчас я туда поеду и покажу вам Зацерляние. То есть то, что находится за этой горой. Мы увидим вот эти горы. Эти горы. Смотрите, какая красота. Чудесное утро. Дождей у нас нету. Уже больше месяца. Посмотрите, все высыхает. Вот мысок. Любимое место отдыха. Вот наши горы. Сейчас поедем, поднимемся на гору Судовую и посмотрим их вблизи. Вот здесь мы будем. Вот, друзья мои, я поднимаюсь на гору Судовая, на смотровую площадку, и хочу вам показать вот эти скалы. Это ближние столбы. Недавно я там был, снимал видео, загадочные знаки. Это вот там. Ну, холод, пока я ехал с нашего Цирлянского пруда. У меня руки замерзли. Вот Урал. Вот полюбуйтесь. Вы их видели. Теперь я вам их показываю издалека. Такие шикарные скалы. Ну, пойдем выше. Поднимемся, покажу вам панораму гор. Наше Зацерляние. Вот, друзья мои, наше Зацерляние. Поднимается ветер. Но пока не критичный. Думаю, будет слышно. Это западная сторона. Такие горы. Хребет Инзерские зубчатки. Хребет Кумардак. Гора Машак. Гора
большой кумардак, острые. Вот, друзья мои, недавно я здесь путешествовал вверх по Терлянке. Покажу, где я ехал. Видео увидели у меня предыдущие. Вот с этой полянки я снимал. Потом вот так я вот поехал. Дорога там вообще колея лесовозная. Выехал я вот в этот район. Здесь вот я форсировал речку Терлянка. И потом поднялся я. Вот видите, выруб. Вот в него. И хотел я проехать и подняться вот сюда, где я сейчас стою. Здесь слева старинная дорога. Так называемое место печка. Но там она непроходимая была. Вот, друзья мои, хочу показать вам гору Колокольня. Знаменитая гора. Высотой свыше 1300 метров. Но она находится уже в заповеднике. Еще показываем панораму. Наши горы. Вот Изерские зубчатки. Ну, спасибо, друзья мои. Видимость вот такая вот. Снимать особо смысла нету. Посмотрели вы на Терлянский пруд. И наше Затерляние. Всем пока, друзья. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока.